Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разговариваем о дозировках оксандролона. Соответственно, я выкладывал видео, ссылочка, думаю, что будет где-нибудь в конце, как обычно, в подсказочках в видео. Может быть, всплывет где-нибудь здесь. Видео я выкладывал о побочных эффектах оксандролона. Сейчас мы не будем об этом говорить. То есть у нас есть отдельное видео. Это будет отдельное видео о дозировках. То было отдельное видео о том, какие анализы нужно сдавать. И, соответственно, о том, какие побочные эффекты оксандролон дает. В отличие от многих анаболических стероидов, я говорил, что это наиболее безопасный стероид, и в том первом видео, кому интересно, можете посмотреть. Я вам привел пример, как лечат детей в Штатах, и выложил очень интересное исследование с PubMed, что им дают оксандролон. Дозировка примерно 10 мг в сутки, в среднем. Вот. Ну, в общем-то, информацию о том, чтобы детям давали больше 20 миллиграмм, я нигде не находил. Было парочку исследований, где уже практически взрослым подросткам, там им было лет, условно по 15. Им уже по 20-очки там в сутки насыпали. Значит, что у нас интересного с оксандролоном по дозировкам? Те дозировки, которые я сейчас озвучил, ну там взрослым женщинам особенно там 30 миллиграмм насыпают. Опять же, ну в различных целях, в основном это все касается лечебных целей. Даже я встречал где-то небольшое исследование, там пытались лечить так ожирение, ну там какую-то потерю веса. При ожирении, конечно, это будет давать у женщин. Но, на мой взгляд, все равно это как-то неоправданно, вот, дифференцированно пытаться только оксандролоном лечить ожирение. Для этого, на мой взгляд, есть специализированные препараты. И, как правило, все сопровождается диабетом. И оксандролон здесь такая вещь, которая, ну, возможно, не в первой, да, далеко, так скажем, очереди стоит. И вообще без нее можно обойтись. Вот. Что касательно соревновательной деятельности, ведь вам все интересно, все хотят либо там куда-то подготовиться, либо, соответственно, там определиться для себя с дозировками. Кто-то, как говорит, я никуда не готовлюсь, но вот очень хочу накачаться, выглядеть как профессиональные культуристы хотя бы где-то на области, да. Вот, значит, и я сейчас расскажу уже не из исследований информацию, а информацию, которую я просто знаю с клинического опыта, также из общения с профессиональными спортсменами, которые, как, что называется, из уст в уста передают эти дозировки, учат друг дружку, но и показывают спортивный результат. То есть мы не говорим о вреде для здоровья, потому что, естественно, напомню, чем выше дозировки, тем выше побочные эффекты, которые указаны в видео, которое я уже снял. Вот. А сейчас, соответственно, мы вот рассматриваем, какие дозировки есть у спортсменов. Наиболее любопытно это будет не только спортсменам, но и врачам, может быть, тренерам и так далее. То есть вдумайтесь во что. Чем свыше, на более высокой дозировки приходит к вам спортсмен, неважно, любого препарата, вот, тем ярче его побочные эффекты, не факт еще, что он их прям вот сразу заметит, вот, тем сложнее его выводить, потому что если вы ему сразу даже оксандролон резко отмените, соответственно, будет не очень хорошо для организма, он это почувствует. И, во-вторых, или она, во-вторых, соответственно, что здесь надо учесть? То есть, он же не просто так начал пить эти дозировки, значит, он еще и расценивает свои спортивные результаты. Забрали у него половина, 50% от его дозировок, он просел в спорте. Он как минимум к вам просто не обратится, от вас убежит, и, соответственно, то есть, ну, как бы, он снова начнет тихую просто их пить, эти, там, тот же, ну, ладно, еще оксандролон, если он принимает. А если оксиметолон?
Вот. И, соответственно, начнет пить и получит какой-то побочный эффект. Вот. А раз получит побочный эффект, ну, как бы покалечится, так скажем, в каком-то смысле. Пускай на уровне гомеостаза, но какая разница, да, или там с печенью что-то у него случится. Поэтому эти моменты надо обговаривать со спортсменом, постепенно снижать дозировки. И если, ну, спортсмен убежден, и он действительно показывает результаты, и что ему нужны эти дозировки, допустим, приходят девочки, некоторые там минимальная дозировка у девочек вообще среднестатистическая, это 30 миллиграмм оксандролона. Вот, она приходит и говорит, вот я там просушиваюсь к фитнес-бикини, все хорошо, значит, у меня такая дозировка, и там это не очень большая дозировка, это практически лечебная, да, мы ее нормально без опасок ведем. А приходит другая и говорит, у меня там категория женский бодибилдинг, у меня там еще какой-нибудь там мастерон я себе ставлю, значит, и оксандролон ем по 60 миллиграмм. И вы видите, что может быть где-то у нее голос ломается слегка, может быть голос не ломается, но гирсутизм появляется. И уже вопрос в первую очередь о дегидротестостероне стоит, да, и о том, как же нам его погасить. Но это отдельная тема, отдельный запрос с женскими курсами. Вот, просто привожу пример. То есть и дозировка 60 миллиграмм, она имеет место быть у женщин, это вот 60-80 максимальной дозировки, которые мне встречались у женщин. Вот. Да, это такие очень объемные дамы. Ну, пускай там вес у них был рост небольшой, вес там 70-75, но это сухой мышечной массы, это очень много. Они такие прям накачанные были. Вот, значит, успешно мы доходили до соревнований, купировали, насколько это можно было, побочные эффекты, и потом очень плавно, плавно все это снижали, с этого дела выходили, глобально обследовались, обязательно девочкам до-после УЗИ органов малого таза, то есть прям вот обязательно. Что касается мужчин, дозировки где-то, ну, опять же, я назову профессионалов, кто выходит, то есть да, многие могут по 30 миллиграмм есть, просто вот как бы слегка подсушиваться. Там 60 миллиграмм есть тоже, ну, ладно, как бы не очень такой стероид с побочными выраженными эффектами. Окей, но мне встречались дозировки в 200 миллиграмм. 200 миллиграмм, конечно же, это все равно многовато. И часто все равно, так как, ну, пероральное применение, все это очень часто сыпет кожу, даже от оксандролона. Вот. Ну, потому что, понимаете, ну, есть определенный предел, сколько вы можете съесть таблеток. Ну, 200 просто представить. То есть 200 это если в одной 10, то, соответственно, 100 это 10 таблеток, 200 это 20 таблеток. 20 таблеток в сутки ел данный пациент. Поэтому, соответственно, вот такие вот дозировки едят профессионалы, да, и с этим приходится работать. Я, может быть, говорю о том, что если остался месяц до соревнования, очень часто, когда им плохо, они приходят прямо под соревнования, ко мне люди попадают. Я говорю, да, еще как-то месяц мы полечимся, поддержимся, выступайте, но потом мы уходим на полный скрининг, и вот все, что вы себе там бездумно наломали, восстанавливаем. И, может быть, потом думаем о том, что если вы и будете выходить на соревнования, то хотя бы изначально, если у вас дозировка будет 100, ну, как бы, если у человека изначально была дозировка 100 или 50, да, это не так, как если бы он вышел на 200, да, и потом мы раз перед соревнованиями резко ему там с 200 до 50 уронили, понимаете? Это может почувствовать человек, это может почувствовать, вот, и не только там психологически, но и, конечно, физиологически тоже, там, задержка жидкости произойдет для бодибилдера, или он там не успеет как-то слиться, подвестись, мы же не знаем, в какой этап мы ему убираем, да, мы гипотетически рассуждаем, не успеет слиться, просто не случится этого бодибилдинга, не успеет похудеть, не случится этого бодибилдинга, поэтому лучше, конечно, иногда стараться не заводить себя в эти высокие дозировки,
чтобы, соответственно, вот так вот потом не думать, что же с этим делать перед соревнованиями, и с ними плохо, и без них уже не могу скоро на сцену выходить. Вот. Но реже встречаю, когда на бодибилдинг Оксана Дролон, на пауэрлифтинг Оксана Дролон едят. Ну, едят, но там как-то люди больше 80 не попадались мне, чтобы кто-то ел больше 80 миллиграмм. Так что вот, дорогие друзья, такая вот история про Оксану Дролон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, сколько вы ели Оксану Дролона в комментариях.